Всем привет! В общем, вот я полностью демонтировал вывес грубу старую. Видим такой проем завешенный. Старый простынь или покрывалом, непонятно чем. В итоге психанул я и вот уже начал делать полностью. Вот стеночку уже снял. Ее более-менее по уровню видно, вот стесал. Вот вторую уже отодрал. Честно говоря, глина снимается только так. Снизу лопатой поддеваешь, и она сама прям пластами вот так большими. Сейчас покажу на тачке. Отходит. Солнышко так светит не вовремя. Две стенки сделал, осталось по уровню прочесать ее, самая тяжелая. И теперь вот эти две еще. Не ожидал я, что так придется делать. Не планировал. Уже не рад, что взялся. Сейчас стеночку я вам покажу. Как оно на самом деле ровно. Я думаю, видно. Вот. Тоже будет все убираться по уровню. Откос я тоже вот расширил проем. Снял землю. Вот здесь. То же самое. Была проделана та же самая операция. Сейчас я стану с другой стороны. Вот. Вот даже можно видеть, что на свежее все отдирается. Вот тут отверстие, оно технологическое для трубы от буржуйки. Сама буржуйка. Вот значит, такими пластами она отдирается и возится. Здесь кирпич, который я приготовил. Стану вот так. Покажу все. Его немного. На улице март месяц. И погода как будто уже апрель. Конец апреля, начало мая. Очень тепло. Поэтому работа идет полным ходом. Всем спасибо за просмотр.